Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Недавно у нас было видео, посвященное циклидам. Сегодня я хочу показать вам один из кормов, которым пользуюсь я, который рекомендую другим. Это корм для рыб Тетра Циклид Стикс. Для циклид палочки, или их еще можно назвать гранулами. В состав этого корма входит рыба и рыбные побочные продукты, растительные продукты, экстракты растительного белка, дрожжи, зерновые культуры, масла и жиры, минеральные вещества, ну и, конечно же, водоросли. Пищевая ценность на 100 грамм, белок 46%, жир 8%, клетчатка 2%, зольные вещества 10% и влажность 6%. Рекомендую данный корм крупным циклидам и, в принципе, мелким тоже. Почему? Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Как видите, корм достаточно крупный. Но это легко исправить, потому что он очень легко ломается. К тому же, он очень легко крошится, что немаловажно, если рыбка у вас совсем-совсем мелкая. Это, конечно, лишние действия, можно купить просто мелкий корм, но зачастую в аквариуме бывает с теми же циклидами как небольшие, так и достаточно крупные рыбки. Как видите, он крошится достаточно просто. Чем еще хорош этот корм? Этот корм не тонет в воде, он находится на поверхности. Ну и сами видите, так как он вытянутой формы, достаточно такой длинненький, рыбка напоминает этот живой корм, естественный корм в живой природе. Поедается он очень хорошо, рыбки его очень любят, и мы в скором времени даже посмотрим, как будет это выглядеть. В данном корме, конечно же, содержатся и витамины. Это провитамины и химические вещества с аналогичными воздействиями витамины А, витамины D, комбинации микроэлементов Е5, а также марганец содержится, Е6, цинк, железо, кобальт, ну и связующие элементы. Пойдемте смотреть, как будут кушать данный корм рыбки. Обратите внимание на поведение рыб. Конечно же, циклиды очень активные рыбы, но их неактивность намного сильнее увеличится при подаче данного корма, о котором мы только что говорили. Итак, даем корм. Напомню, что данный корм производится в Германии. Он подходит для всех декоративных крупных рыб, не только для циклид. Еще хочу сказать о том, что производитель рекомендует кормить 1-2 раза в день по мере поедаемости данного корма рыбами. Я же рекомендую кормить этим кормом 1 раз в день. Чередуйте корма. Не делайте так, чтобы корм был один и тот же постоянно. Баночка закончилась? Не покупайте данный корм, купите другой. Так рыбка будет получать больше полезных веществ, и ей будет намного вкуснее. А также не забывайте давать натуральные корма, замороженные корма и сушку, такую как, например, гамарус. Корма нужно комбинировать. И это очень важный фактор здоровья ваших рыб. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, до новых встреч, пока!